Дружеский юбилей. Сегодня, 30 января, исполнилось 140 лет со дня рождения 32-го президента США Франклина Делана Рузвельта. В памятную дату представители Крымского федерального университета возложили цветы к Ялтинскому памятнику одного из союзников СССР в борьбе с фашистскими захватчиками. Событие открывает торжественный марафон, посвященный 77-й годовщине Ялтинской конференции. В честь любимого увлечения бывшего американского лидера студенты сыграют в шахматы. В рамках данного мероприятия в пятницу пройдет сеанс одновременной игры, в котором примет участие международный гроссмейстер Иванов Александр Александрович.